к заключению приступили по подготовке основания. Установки оборудования планируют приступить в начале сентября, как придет уже само оборудование. Но площадки делались по рельсу, также контракт заключили, ждем оборудование. Сейчас идем подготовительные работы по основанию. Приступили к строительству спортивной площадки на Горького. На слайде представлен эскиз, как будет выглядеть. Это будет универсальная площадка для футбола, баскетбола. Дополнительно сейчас еще рассматриваем набор. Будут установлены еще и тренажеры. В ближайшее время будут заключены контракты по спортивным площадкам. Это «Фокс Звездный» и спортивной площадки по «Мишенной 10». На данном слайде эскиз площадки на «Мишенной 10». Это площадка для стритбола и плюс тренажеры.